В зале городской мэрии состоялось семинар-совещание работников прокуратуры с ответственными лицами по вопросу взаимодействия органов муниципалитета в правотворческой среде. Главным образом в ходе заседания было обозначено, что в вопросах законотворческой деятельности основополагающими критериями является соблюдение прав и интересов граждан, четкое руководство регламентированными нормами. Открывая собрание, старший помощник прокурора Республики Дагестан Дина Гусейнова вкратце дала пояснение, что подразумевает под собой правотворчество, а также в чем заключается основная цель проведения совместных семинар-совещаний. Правотворчество – это функциональная деятельность органов местного самоуправления, в частности, по изданию нормативно-правовых актов. Основная цель – это предотвращение принятия незаконного нормативного правового акта. Для того, чтобы не допустить нарушения прав граждан, для того, чтобы не допустить нарушения компетенции, для того, чтобы не допустить установления завышенных требований, заниженных требований, а также применение каких-либо мер в отношении тех же самых возбуждений административных в рамках возложенных полномочий административных постановлений о возбуждении административного производства, а также для того, чтобы качественно, своевременно исполнялись бюджеты. Далее на совещании выступил заместитель прокурора города Магомед Мажидов, который отметил, что любой нормативно-правовой акт, в котором затрагиваются и определены права и свободы граждан, согласно Конституции, должен быть опубликован и доведен до всеобщего сведения. В этой части вам просто необходимо активизировать работу. Обязательно вы должны понимать, что предшествовать нормативно-правовому акту должен быть проект. Проект должен нам направлен, как того требует решение собрания депутатов. Мы не просто так приняли, это было и требование прокуратуры республики, чтобы мы на местном уровне приняли соответствующий нормативно-правовой акт, который регламентирует сроки и порядок представления нам проектов. Но вот то, что мы мониторим эту ситуацию, не во всех случаях нам направляют. В завершении совещания члены президиума отметили, что актуализация работы аппарата администрации во взаимодействии с прокуратурой должна включать в себя своевременное предоставление законодательных проектов. Необходимо знать различия между нормативно-правовым и правовым актом. Кроме того, значимую роль играют сроки предоставления законопроектов на рассмотрение в соответствующей инстанции. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».